Здравствуйте. Часто можно видеть, что во время полива, когда земляной ком насытится влагой, на поверхность земли выпрыгивают мелкие насекомые, немножечко такие длинненькие, без крыльев. Это подуры. Это разновидность почвенных комариков, которые особого вреда растению не наносят. Они питаются подгнившими корнями, но смотреть на них, как они тут вот скачут, очень неприятно, и разводить их в нашем горшке не хочется. Чем с ними бороться? Во-первых, подуры очень любят кислую почву. Если у вас почва закислилась, то вот это как раз очень благотворно влияет на то, чтобы они там размножились в больших количествах. Нужно почву раскислить. Для этого нужно ее полить, разведя в воде либо доломитовую муку, либо немножечко гашеной извести. И еще очень успешно борется с подурами такой препарат, как Гром-2. Гром-2 – это почвенный инсектицид, который не разводится. Очень им пользоваться просто. Он из себя представляет такие вот мелкие гранулки. Очень мелкие гранулы. Без запаха. Эти мелкие гранулы мы просто насыпаем в горшок. И все. Дальше с водой он будет растворяться, и вот эти неприятные прыгающие насекомые погибнут. Цветок будет защищен. Вот такие наши советы помогут вам избавиться от почвенных вредителей, а именно от подуры.